Здравствуйте, добрые молодцы, красный девиц. Аз есть Иван Царевич. Вышла моя новая книга «Вечный календарь». 365 праздников в году. Ноябрь. 1 ноября. Садок конником отдых. 2 ноября. День атаманов. Артемий. Волчий корень ему покорен. Волчья лыка его улыбка. Мать и зверям волчица его заступница. Святого Артемия. Это день атаманов, воевод, воинских предводителей. С этого дня начинается родительская неделя, когда мы вспоминаем всех наших предков. К Артемию обращается за помощью при грыжной болезни, квасит капусту в эти дни, занимается починкой заборов. Считали, чем лучше и крепче забор, тем урожая не будет следующий год. С этого дня к человеческому жилью начинают приближаться волки. Народная традиция в этот день – пиршество для атаманов и воевод. Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица. Его считали близким по духу лесным зверям и птицам. Волчий корень ему покорен, волчья лыка его улыбка. Так говорили о родившихся на день Артемия. С этого дня к деревням начинают приближаться волки. По их поведению судят о будущем. Если волки воют на Артемия, это предвещает морозы. Если вой особенно громкий, то это сулит голод. С этого дня начинают рубить и квасить капусту, которая была одной из самых любимых закусок русского народа. По этому поводу говорят, на Артемия капусту рубят, солят, жнут и мнут, чтобы соку дало побольше. На Артемия собираются пиры для атаманов, предводителей и дружин. И в это время надо приносить военачальникам дары. В основном это было холодное огнестрельное оружие, щенки для псовой охоты и разные чисто мужские подарки. Приметы на этот день. Если с утра на день Артемия иней покрывает деревья, следующий год будет плохой урожай. Если белки прячут много орехов, зима будет очень холодной. Если волки воют стаями, это к голоду. Если восходящее солнце очень яркое, окружающие его облака покраснели или почернели, это к непогоде днем. Приглашаю всех изучать народный календарь, вписываться в природные и народные циклы, так как мы все с вами дети природы и наших славных родителей. Ура!